Дотяни! Дотянул! Не тянется! Может, втянуть обратно? Нет! На Новый год в каждом доме должна быть елка! Бараш, окно закрой! Бараш, мы должны поставить елку! А ты... Потом расскажешь, как все прошло. Какой же праздник без совместных фотографий? А? Ой, вот и я говорю, жарко. Может, проветрим? Давайте не будем. Эх, ладно. Новый год стол должен ломиться. Готовы к общей праздничной фотографии. А кто нам скажет, как встать? Ёжик, он самый сговорчивый. А вы должны радоваться. Я не вижу праздника. Тут нужен, да? Тут нужен особый взгляд на праздник. Ну-ка. Крош. Ой, сейчас вся еда сгорит. Ёжик, мне идут очки? Да, только я тебя не вижу. И обязательно нужно украсить всю комнату гирляндами и снежинками. Так, теперь я вам скажу, как надо. Помогите! Снимите меня отсюда! Сейчас, сейчас! Снято! Оставь! Там даже теплее. Может, хватит уже. Пойдем по домам. Да, похоже, метель успокаивается. Вы вообще что ли? В такой мороз и метель. Мы же по дороге замерзнем. Я в этот час в дом попасть не могу. Огромная колючая елка в дверях мешаль. Жарко. Нет. Рагу. Надо все съесть. Вот так. Выглядит аппетитно. Ты же не хочешь меня обидеть? Я больше не могу. Какая прелесть! Копатыч хотел бы с нами праздновать. Крош, ты разве елку не срубил? Я думал, ты срубил. Так вот почему она никак в дверь не пролезала. Так намного лучше. Какой нежный снежок! Я прям нутром чувствую, что праздник получился. Потому что для хорошего праздника самое главное —
Это настроиться на хороший праздник. Можно только радоваться. И пусть все идет, как идет. С Новым годом! О, прекрасно, прекрасно. Угу. Копатыч тоже приобщился к атмосфере праздника. А эту фотографию мы ему не покажем. Кстати, а где Копатыч? Он катается на санках. Мы спустили Копатыча с горки, чтобы ему было так же весело, как и нам. Да вы что натворили? А что? Вы совсем что ли? И не сфотографировали! God. Так, где-то здесь было. Может, она уже отцвела и опала. Зима все-таки. Куда она тебе здесь упадет? Лучше летом собирает. Летом мне хватает и сухопутной капусты. А вот зимой... Зимой растет только морская. О, вот она! О, май год! Ну, как там? Темно и холодно. Свет включи! Сейчас согреемся. Хотели. Поехали! А что случилось? Мы в ловушка. Кажется, полынья замерз. Я тут посчитал. Если не злоупотреблять, то нам вполне хватит капусты до весны. Пока лед не растает. Чего? А воздух? А горючий? Скоро все кончится и капут. Капут? Ну, хорошо, хорошо. Я хоть что-то предложу. А если с разгону? А
слишком тяжелый. Нужно избавляться от банок. Не горячись. Мы сейчас с ежиком выйдем и выпилим тебе хорошую полынью. Ёжик, кажется, Пин сошел с ума. Ёжик! Все забыл. Капут. Все. Капут. Не расстраивайся. Будет чуть теплей. Мы опять сплаваем за твой капуста. Конечно. Тот, кто назвал это капустой, никогда не был кроликом. Это не капуста. Это морская ботва какая-то. Да-да, я скоро. Ёжик, присоединяйся! Сейчас. Знать бы только как. Ты что, не умеешь кататься? Не то чтобы. Хотя... Нет. Так что ж ты молчишь? Этому можно научиться в два счета. Главное в этом деле уверенность. Ты ее уже чувствуешь? Кажется, чувствую. Вот, молодца. Теперь надо научиться правильно держать палки. Ха! Это что? Новый вид горнолыжного костюма? Последняя модель. Хочешь такую же? Нет, спасибо. Обойдусь предпоследней. Ну что ж, продолжим? Ха-ха. Теперь к палкам добавим лыжи!
Опаньки, ты уже неплохо стоишь. Завтра мы с тобой научимся тормозить. Ёжик, ёлки-иголки, ты где прокопался весь день? Такую погоду прошляпил. Я разминался. Его Савунья целый день палки держать учила. Ты уже чувствуешь уверенность? Ну-ка, давай повторим пройденное вчера. Ой. Кажется, ваш друг попал в серьезный переплет. Если так будет продолжаться, то покататься он сможет только летом. Раз, два, левой, правой, тормозим. Раз, два, тормозим. Раз! Побереги! Отличный ёжик! Теперь ты на правильном пути! А как по нему ехать-то? Наклонись вперед и палки назад! Какой интересный феномен. Пух вместо снега. Крош, получилось! Да без проблем, у всех получается. Стоит только начать. Наконец-то! А я думал, на всю жизнь так и останусь в подушках. Ну, чего ты хотел? Это ж Савунья. Ее дело беспокоиться, как бы чего ни вышло, заботиться, подушечки подкладывать. А наше с тобой дело – кататься! Точно! Ох уж эти неженки. Никаких подушек на них не напасешься, пока они сами на что-нибудь решатся. Why not?
каждый Новый год елку наряжаем. Чтобы что? Чтобы пожелать удачи и процветания в новом году себе и другим. Это такой древний добрый обычай. Очень древний. Эй, смотрите, какая классная штуковина! Ой! О май год! Это же машина времени! Осторожно! Ах, тут! Опять ты за свои суеверия, Бошер. В наш просвещенный 19 век негоже сказочную нечисть славить. Мулечка, да я ведь шутейна. Это бы вздремнул пока. А я скоро. Это ведь просто обычай такой потешный. Бабкины сказки. Батюшка домовой, не гневайся на Муленте. Это он не со зла тебя не признает, а по многоумию. Приди лучше на порог, молочка попить, воска поесть. Ой! Ёлки-ёлки, что это было? Это была машина времени, Крош. Вы домовой? Я? Ёжик, не спорь. Домовой, домовой! А вы кто? А мы его племянники из соседней деревни. Ой! Гутен так. Тьфу-тьфу-тьфу. Чёр меня. Чёр нечистый я. Это наш дедушка из прошлого. Надо его быстро находить и возвращать обратно, пока не случится перепутаница между прошлое и настоящее. Если нет в руке синицы и все время барин снится, и в трубе протяжный вой, значит в доме домовой. Ой-ой-ой-ой, будет в доме домовой. Ой-ой-ой-ой, будет в доме домовой. Если вновь посеял лапоть, не полопать, не полапать и не ладу с головой, значит в доме домовой. Ой-ой-ой-ой, будет в доме домовой. Ой-ой-ой-ой-ой. Домового. Диван домовой. А сегодня будет Вова. Ой. Выбирай себе любого. Ой-ой-ой-ой, будет Вова домовой. Ой-ой-ой-ой, будет Вова домовой. Ой-ой-ой-ой, будет Вова домовой. Ой-ой-ой-ой, будет Вова домовой. Это мне по неверию моему и за знайство наказание. А просвещение просвещением, но и сказочного духа уважить надо, чтобы не прогневался. А? Дедушка! Бездетный я и внуков доселе не имел! Батюшка домовой, скажи, будет ли в хозяйстве удача, если покупать в будущем году меду или наоборот пеньки? Ёжик, ну ты говори чего, не молчи. Да нельзя же, эффект бабушки, помнишь? Если мы здесь в прошлом случайно что-то поменяем, то в нашем будущем можем вообще исчезнуть. Мы и так там уже исчезли, а бабушка ждет ответа прямо сейчас. Дядя говорит, чтобы всем была удача, надо на Новый год елку наряжать. Скажи, дядя! Да. Батюшка домовой, а что же вы так не изволили угоститься ни молоком, ни воском? Фу! На самом деле, домовые не едят ни молока, ни воска. Они предпочитают морковный коктейль. Скажи-ка, дядя. Да. Ой, да что ж вы сразу не сказали? Я это мигом. Мог бы придумать что-нибудь посытнее. Неизвестно еще, сколько здесь оставаться. Эй! Ой, Мулечка, Муленти, ты все проспал, душа моя. Представь только, я своими глазами видела домовых. А ты им молочка поднесла? Племянник домового сказал, что они морковный коктейль предпочитают. Дай-ка сюда.
Батюшка домовой, приходи на угощение. И чтоб так всегда было. Домовой во гневе ужо как страшен, ликом черен, собой грозен, говорит как немчин. Тьфу-тьфу-тьфу. А это у тебя что? Где? Ах, это, морковный коктейль для домового. Для кого? Для домового? На Новый год принято угощать домового морковным коктейлем. Это такой обычай. Древний? Очень, очень древний добрый обычай. А по сохранившимся архивным данным мы сможем воссоздать точную копию утраченного маяка и таким образом вернуться к культурным традициям нашей долины. Компрессия! Веселее, друзья! Держим темп! Маяк, чердак, маяк, нет, не по, маяк, с печки бряка, ерунда какая-то. Ребята, через 10 минут обед. А я тут подумал, а зачем нам вообще маяк? У нас и кораблей-то никогда не бывает. Это историческая традиция. На этом месте всегда стоял маяк. Да просто место хорошее. Может, лучше кафе или кинотеатр. Мы могли бы все собираться по вечерам. О, так мы можем далеко зайти. Вы покушаетесь на наше культурное наследие. Обедать! Организованно выдвигаемся на обед. Но что хорошего в такой традиции? От кинотеатра хотя бы польза будет. Ну вот, например, представляете, если Савунья перестанет готовить, а вместо этого вдруг начнет писать картины. Это же абсурд! А ведь правда. Почему у нас только Савунья еду готовит? Фу, кстати, действительно. Вы что, сами себя накормить не в состоянии, а? Просто вы делаете это лучше всех. Кулинарная вы наша. Ты мне клюв не заговаривай. Я вам мультиварка, что ли? 8 лбов здоровых кормить. И рисую я, кстати, неплохо. Ну, хорошо. Это был не самый удачный пример. А вот, скажем, Копатыч. Кого еще мы можем представить в роли огородника? Да любого. Я, понимаешь, на этих грядках всю дорогу как на галерах. Если меня Копатычем зовут, то я что, только копать ложуся? А я? Вы хоть делом занимаетесь, а я весь день рифму к слову «маяк» подбираю. Вот кто-нибудь из вас хоть один мой стих помнит? И я не помню ни одного. Друзья, не надо так нервничать. Ёжик просто хотел узнать о пользе традиций. Традиции? Да это самые настоящие стереотипы! Мне лично надоело быть простушкой в завитушках. Надоело! Пин, ну хоть вы скажите им, что традиции — это надежность и гармония. Пин... Меня вообще не так звать. Мой настоящее имя. Вам, конечно, проще звать всех пингвинов пинами. Да, есть традиция. Можно я больше не буду притворяться, что у меня нет депрессии? Друзья,
давайте успокоимся. Если мы не хотим жить по навязанным традициям, то все в наших руках. Как говорится, никто никому не указ. Даешь анархию. Нашего мира. Друг вы наш мудрый, на вас последняя надежда. Скажите что-нибудь доброе, примиряющее и с моралью. Остановите этот хаос. А я, может, устал всех мирить и за всех бояться. Думаете, легко быть мною? Я тут единственный из вас, кто в этой глупой каске ходит. Надоело это все. Ха-ха! Ёлки-иголки, очнулся! Отличный способ вправить все мозги, дружище. Но свои все же лучше поберечь. Подождите. Мы же хотели что-то... построить или что-то поменять. Это было важно. Мало ли что мы хотели. Некоторые вещи лучше вообще не трогать. А кому пирожков? Обжоры мои ненаглядные. Получите! А мы вот так попробуем. Ах, мы неправильно живем. Мы даже не живем, а влачим существование. А вы смотрите вокруг. Это у нас не то, то у нас не это. Так говорили во все времена. Ну, неправда. Были времена и получше. Это какие? Древняя Греция. Золотой век. Я вознамерился форум сегодня, почтенный, вопросом тревожить. Что за вопрос? Неужели опять об оливковых рощах? Мне стало невмочь натираться подсолнечным маслом. Друг мой, себя кем угодно я чувствую, только не греком. Просили передать, что корабль скоро будет построен. Хотя эта посудина уже давно была бы готова, если бы вы разрешили использовать дрель, электрорубанок и другие блага цивилизации. Ты говоришь, словно варвар дремучий из темного леса. Нам не понять твою мысль. Выражайся по-гречески, отрок. Пардон, перехожу на гекзаметр. Весть моя славная в том, что Триера на волны морские будет, о старцы, приспущена скоро. Хвала Посейдону. Это тебе за хорошую новость, гонец быстроногий.
Может, ты хочешь себя показать в Олимпийские игры и удивить весь народ сверхрекордным забегом на время? Я лучше маску надену и выйду на сцену театра. Будет катарсис нехилый, поверьте мне, всем обеспечен. Помни о форуме перед закатом пурпурного солнца. Слышал я, граждане, что, вопреки всем традициям греков, маслом из вас себя не умощает никто ни в какую. Мазаться маслом – это чересчур. Глупое правило. Я не понимаю, зачем? Други, любезны мои, понимать ничего здесь не надо. Просто возьмите, о греки, натрите себя и соседа. Да ну его! Оно же липнет! Давайте проголосуем. Кто против того, чтобы мазаться маслом? Или мы греки во всем, о народ, или не греки мы вовсе. Да ладно, уже все решили. Нет, не решили. У нас, у греков, демократия. Это греческое слово. Оно означает, что все решает большинство. Есть также замечательное греческое слово тирания. Оно означает, что решает тот, кто больше всех. Грек. Я уверен, что народ недоволен маслом, потому что оно подсолнечное. Если бы у нас было оливковое, они бы снова стали послушными греками. Ну, не растут в наших краях оливки. Тогда мы должны отправиться в те края, где они растут. За оливками и маслом никто с места не сорвется. Нет, не сидеть со греком на месте хорошем у моря. Все есть у греков. И счастье, и дом, и достаток, и боги. Лишь одного нет у греков – оливок и эгоизма. Вот потому и везут они главную ценность народам. Дарят культуру свою, образ жизни и правила счастья. Чтобы везде и повсюду всегда были древние греки. Чтобы везде и повсюду век золотой наступил. Человек за бортом! Что случилось? Сели на мель! Варваров вдруг просвещение у греки! Неужто отменим? Зевса, побойся! О! Добрым делам не бывает отмены! Только на время бывает отсрочка для добрых стремлений! Ну же, давай, извлекай нас из плена коварного мели. Как я вас отсюда извлекаю? У нас же золотой век. Нет, ни дизель, ни буксир, ни электролебедка. Гигзаметром, Пин. Говорите гигзаметром. Какой же вы варвар. Ха-ха-ха.
А? Что ты кричишь? Что случилось? Я ослеп. Мне у глаза брызнуло ядовитой краской от садовых паразитов. Я теперь ничего не смогу видеть. Ни заботливую пчелу, собирающую нектар со цветка, ни осеннего листка, падающего с дерева, ни искрящегося инея на ветках, ни первой весенней травки. Теперь мне придется ориентироваться только на слух. А у меня всегда с ним были проблемы. Подожди. Ничего страшного не произошло. Сейчас промоем глаза и наложим компресс из алоэ. Из чего? Из алоэ. Ой, колется. Ничего страшного. Вот. Алоэ. Ого! Я вижу! Я снова вижу свой сад, готовый дать мне богатый урожай. Я вижу стрекозу, порхающую над кустом смородины. О, я вижу ежика, хромающего по тропинке. Чего это у тебя? Алоэ? Да, сову не велела приложить на ушиб. Я это вижу. Хромай сюда! Как хорошо. Алоэ. О! Ёжик, ты меня извини, я нечаянно тебя толкнул. Да ладно. А что у тебя на носу? Алоэ! Я искал тебя у Савуньи, она сказала, что у меня насморк, а от насморка помогает алоэ. Крош, я вижу тебя. О, Бараш, а с тобой-то что? У меня второй день отвратительное настроение. Не могу ни работать, ни отдыхать. Неужели алоэ и от этого помогает? Савуня сказала, что даже очень. Все-таки алоэ удивительная вещь. И как у тебя настроение? Ты знаешь, когда стою, нормально. Когда вот так вот прыгаю, тоже ничего. И когда так вот... тоже ничего. Ух ты! А вот когда так... Осторожно! Помогите! Помогите! Я ничего не вижу! Так, ну-ка! Рога не помнят! Сейчас промоем глаза и сделаем компресс из алоэ! У меня ушиб! Не волнуйся, у меня еще есть алоэ. Да у тебя же насморк. Так, быстрее, аккуратно. Главное его не потерять. Барашек, мы тебя спасем. Не скорее. Бросай. Ему нужно алоэ. Кончилось. Все раздала. Даже себе не осталось. Неужели кроме алоэ нас ничто не сможет спасти? Только цветы ромашек. Как хорошо знать, что бы ни случилось, у тебя всегда под рукой надежное проверенное средство от всего на свете. Да,
Когда было только алоэ, приходилось быть осторожным, а всех могло не хватить. А теперь болей не хочу. Жалко, что ромашка не помогает от грязной посуды. А так было бы здорово, да? Приложил компрессик, и посудка уже помыта. А ты попробуй. А к какому месту прикладывать? В голове, конечно. Все происходит от головы. Я мечтаю, Нюша. Обыграть ежика. Что? Чтоб ты села и помолчала. О чем молчать-то? О том, что ты мне уже проиграл в бадминтон? И в крестики-нолики, и в шашки, и в слова. И в пинг-понг. А вот и не во все. Ну, удиви меня. Еще немного и напросишься на дуэль. В шашки или в крестики-нолики. Неважно. Дожила. Как у ребенка кочерыжку отобрать. Учу тебя древнему искусству лучников. А ты кто? Зови меня меткая стрела. А... Не подходи ближе, я слишком опасен. Ты должна точно следовать моим указаниям, если хочешь победить Кроша. Но тебе-то это все зачем? У меня свои причины. Начни с теории. Это очень интересно. А потом мы могли бы сходить посмотреть на раков. Стреляй только на выдохе. Не спускай с цели глаз. Расслабься. Задержи дыхание. Ага. И сконцентрирована. Помни о дыхании. Помни о дыхании. Угу.
Закрой глаза и почувствуй ресницами ветер. Куда он дует? Как изменит полет стрелы? Я чувствую, меткая стрела. Теперь ты готова. Слушайте, а чего вы меня сюда притащили-то, а? Я вообще-то за грибами собирался. Идти. Вот тебе и кочерыжка! Ну как тебе такое, а? Уроки стрельбы из лука. Бараш, так это ты? Ну да, я Бараш. Ты тренировал меня столько ночей, а я тебя не узнала? А? Ты полон сюрпризов, Бараш. Ночей? Почему это ночей? Днем нельзя было тренироваться. Днем светло. Она бы меня узнала. Тебя, Крош, зачем? Ты же проиграл. Ну да. Но ты же видел, какая она счастливая, когда выигрывает. Каждый бы проиграл. И проследи, чтобы она не забывала чувствовать ресницами ветер. Ёжик, дай, пожалуйста, ведро. Подвал затапливает по самую маковку. Ага. Уж два ведра утопил. Дождей же не было. Мистика. Ты только осторожно, хорошо? А то Крош бежал недавно, споткнулся и в яму угодил. И... О чем ты, ёжик? Какая яма? У меня не подвал, а Гольфстрим. А ты со своими осторожностями. Вот, он мне здесь сказал про осторожно споткнуться и яму. Я бегу, и не добегая до дома, действительно спотыкаюсь. Взял я ведро, стал им копать. И пробился родник? Да, и вся вода из подвала сама ушла. Вы считаете, что ежик предвидел такой поворот событий? Это я у тебя хотел спросить. Друг мой откровенный, вы предвидели такой поворот событий? Хорошо, проведем эксперимент. Я сейчас иду домой. Что вы мне можете сообщить по этому поводу? Ничего особенного. Хотя... Можно порядок в доме навести, например. Ёжик,
я искал эту диссертацию несколько лет, а она оказалась заложена между страницами книги, которая стоит на самом видном месте. Я нашел ее, когда дома прибирался, как вы мне и сказали. Ежик, вы оракул. Кто? Тот, кто видит сквозь время и помогает другим своими советами. И что теперь? Ёжик, я обед тебе принес. Ёжик! А здесь ничего! Настоящее рабочее место! А почему оракула никто не должен видеть? Это я не должен никого видеть, чтобы не смущать. Иногда вопросы очень личного характера. Оракул! Оракул! Скажи, должна я ему признаться или нет? Ты бы лучше Савунье помогла банки крутить. Она одна там уже запарилась. Понятно. Банки. Спасибо. Ёжик, скажи, под какие культуры мне огород разбить в этом году? Может, вообще все под помидоры пустить? У меня рабочий день закончился. Приходи завтра. Ёжик, завтра может быть поздно. Не преувеличивай. Сходи на речку, искупайся. Искупаться? Подожди, это совет оракула? Или ты хочешь от меня отделаться? Ёжик, а где я должен купаться? На какую речку? Ёжик! Крош, а почему ты у меня никогда не спрашиваешь, что тебе делать? Не знаю. Может, просто не могу вопрос сформулировать? Глупо же спрашивать всякую мелочь. Пить мне сегодня чай или кофе? Или спать на левом боку или на правом? Многие считают, что это совсем не глупо. Понимаешь, они видят в этом большое значение для своих планов. А у меня и планов-то особо нет. Я и сам не всегда знаю, что для меня хорошо, а что плохо. Упал в яму, сломал ногу. Плохо же? Плохо. А то, что я книжки снова начал читать, пока бегать не могу. Хорошо? Хорошо. А если уж в таких вещах не все ясно, то какой смысл спрашивать? Кто знает, что принесет больше пользы? Неделя бега или неделя чтения? А мне вообще ничего не известно. Да, я просто говорю, что думаю. А это влияет на чье-то будущее. Ты молодец, ежик. Я вот могу сколько угодно говорить, и ни на что это не повлияет. Еще неизвестно, что лучше. Неизвестно. Так, как купаться-то? Просто окунуться? Или поплавать, малеха? А если плавать, то каким стилем? Просто полежу. Помидоры. Ну, в центре Земли находится ядро, которое снаружи состоит из расплавленных веществ. Понял! Я тебе говорю, будет жарко! Просто копать глубже надо! Дружище, ты не помнишь индейского бога из трех букв?
У племени ацтеков был бог воды Атл, а у племени майя бог дождя Чак. Чак подходит? Слушай, какой ты все-таки умный. Лосяш, скажи, что под землей тоже течет вода. Конечно, подземные воды находятся в толще горных пород верхней части земной коры. Понял, так что я тут ни при чем. Слушай, дружище, тебе надо справочное бюро открывать. Вы серьезно? Вот. Ешь. Как называется, когда здесь болит? Люмбага. Точно. А какая завтра погода? Солнечно, с переменной облачностью. Температура 26-27 градусов выше нуля. Рецепт яблочного штруделя? Так, 450 грамм сдобного теста разделить на две части. 3 столовых ложки сахара, 5 яблок печь в разогретой до 180 градусов духовке. Молодец! Почему сломался? Линейная деформация связана в основном с действием нормальных напряжений. Почему клей липкий? Почему бутерброд падает маслом вниз? Где раки зимуют? Что ты делал 17 февраля? Что? Что ты делал 17 февраля? А почему вы спрашиваете? Я нашел у себя 17 февраля и написано: «Не забудь, Лосяш». Мне стало интересно, что было 17 февраля. Сам я не помню. 17 февраля? 17 февраля. Ну а что там могло быть? Что я там мог делать 17 февраля? Так, наверное, я лежал на кровати. Потом встал, умылся и позавтракал. Может быть, посмотрел в окно? Что же было 17 февраля? Когда упал Тунгусский метеорит? 30 июня 1908 года. Точно! Фу, отпустила. У меня в голове такая масса всяких цифр и фактов. Я знаю, что было там, где я никогда не был. С теми, кого никогда не знал. Кучу всякой и, по большому счету, ненужной ерунды. Но я не знаю, что было со мной всего каких-то несколько месяцев назад. Мне казалось, что я знаю все, а я даже не знаю собственной жизни. Вы помните, что было 17 февраля? Нет, наверное, был снег. Наверное, сидел дома. Ничего запоминающегося не было. А сколько дней вы вообще помните из своей жизни? Я точно вспомнил только 7. Неделя. Все остальное – каша из отрывков. Я уже не знаю, в какой день научился плавать и кататься на велосипеде. Я многое чего о себе уже не знаю. Был ли я 17 февраля счастлив, как никогда? Или наоборот, мне казалось, что все хуже некуда. Никто об этом мне уже справку не даст. Сегодня 11 июля. Давай хотя бы запомним этот день. 11 июля была изобретена лампочка. В каком году?
в 1874. Замечательно. А в 1875? 11 июля? 11 июля. Ничего. Да брось! Наверняка кто-нибудь научился плавать. Возможно. Да 100%!